Акуджавы, да? Девочка плачет, шарик улетел, ее утешают, а шарик летит. Девушка плачет, жениха все нет, ее утешают, а шарик летит. Женщина плачет, муж ушел к другой, ее утешают, а шарик летит. Плачет старушка, мало прожила, а шарик вернулся, а он голубой. Вот. Ой, а что это такое красивое блестит? Я думал, что это медные трубы такие. Обалдеть, просто обалдеть можно. Девушки, давайте, что мы вместе споем? Скажите, может быть, что-то такое. А ну давайте вот эту, да. Ваше благородие, госпожа разлука, мы с тобой давно друзья, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, наша песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, так лясно на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа чужбина, жарко обнимала ты, только не любила. Ласковые не сети, постой, не лови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ласковые не сети, постой, не лови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Спасибо вам большое. Олег Самсонов. Значит, я хочу посвятить 2 четверостишья Олегу Самсонову. Ну, они у меня такие универсальные. Я когда сочинил, значит, вот за деньги богатым людям сочинял всякие поздравительные штучки, трючки. И вот они у меня с тех пор остались, и я кое-что из этого использую для поздравления моих друзей. Вот. За счастье. Это вот когда тосты будут, ну вот я хоть и не пьющий, за счастье под домашней крышей, за твой дальнейший взлет и рост, за все указанное выше, поднимем вместе этот тост. Тебя фортуна не оставит, пусть будет больше светлых дней, а нам в таком же вот составе столетний встретить типа юбилей, да? Олег Самсонов. Спасибо.